Привет, Садхгуру, это Майк. Желаю тебе удачного путешествия на мотоцикле по Америке. У меня есть вопрос. В 2020 году произошло много разных событий. Разрозненность, разногласия, коронавирус. Как вы думаете, есть ли у нас надежда на мир и спокойствие в условиях кризиса? Намаскар, Майк, это Садхгуру. Я слышал, ты снова готовишься к бою. Готов сразиться с Терминатором? Нет, не воспринимай это всерьез. Сейчас. Теперь ты меня видишь. Только никаких нокаутов, пожалуйста. Что касается спокойствия и умиротворения, необходимо понимать, что мир и спокойствие не будет происходить в Америке, Африке или Индии. Умиротворение может существовать только внутри нас. Потому что весь человеческий опыт происходит изнутри нас. То же самое касается и умиротворения. Если рассмотреть это с одной стороны, то любое переживание человека имеет под собой химическую основу. Нам нужно исследовать это измерение, как создавать химию блаженства. Вот что такое внутренняя инженерия. К сожалению, у нас не было возможности обучить тебя практике. Если хочешь, я попрошу одного из учителей научить тебя практике, которая создает химию умиротворения и блаженства. Только так человечество сможет двигаться вперед. Мы ожидаем, что внешние ситуации будут всегда благоприятными для нас, но в любой момент они могут развернуться на 180 градусов, что сейчас и происходит. Но то, что происходит снаружи, не главное. Главное то, что происходит внутри нас. И мы можем сделать так, чтобы то, что происходит внутри, происходило так, как мы хотим. Конечно, ты говоришь, что хочешь умиротворения, но если это будет исполнено, ты начнешь хотеть радости. Когда придет радость, будешь хотеть блаженства. Если случится блаженство, начнешь стремиться к экстатическим состояниям существования. Для человека все это возможно, но только если он готов обратиться вовнутрь и сделать все необходимое внутри себя. Это мое желание и благословение. Ты должен познать мир и блаженство. Мы сделаем для этого все, что в наших силах. И, пожалуйста, не воспринимай серьезно мое приглашение на ринг, хорошо? Желаю тебе всего наилучшего, к чему бы ты ни стремился. Замечательно, что на этом этапе своей жизни ты возвращаешься в бокс, по крайней мере, для удовольствия, если не ради соревнования. Это действительно здорово, что ты в такой форме и готов к этому. Прекрасно. Тебе стоит прокатиться со мной, Майк. Я исследую духовную часть Америки на своем мотоцикле. Прокатись со мной.